Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Это я, видите, вот в этом платье, которое я купила, оно коротенькое такое, ну, то ли платье, то ли туника. Вот, ну, мне нравится оно тут с такими этими. А это не вышито, а так обклеено, как будто бы в моем национальном стиле украинском. Видите, как красиво, это я. Вот. Сегодня вторник. Сегодня за продуктами не ходила, потому что, ну, есть в одном месте, но я не ходила. Я пошла в центр, прошлась и по предвыборной этой кампании. Сейчас расскажу, что я взяла. Вот смотрите, это три упаковки яйца. Это кандидат номер 69. Вот тут по 4 яйца положил нам. Вот. Но мне столько не надо, это 12 яиц, я так много не ем, у меня еще есть упаковка из 6 штук. Так что пару упаковочек вот этих я отнесу Нине. Вот такие вот, это какая-то Анника Сарико. Вот она такие салфеточки нам давала, вот я уже брала. Ну, это хорошие салфетки, я всегда у меня в каждой сумке по одной упаковке. Это такой типа значка, 147 номер. Это для белок. Семена для белок. Корм. Вот. Опять одна прищепка. Опять одна прищепка. Прищепка мне всегда надо. Это вот взяла и думаю, а что же это такое? Ну, правда, у меня такая мысль закралась в голове, что это презерватив. Потому что написано, что тут для молодых. Норет. Вот. Ну, я взяла. Думаю, ладно. Посмотрю дома, что это такое. Выкину. Не страшно. Вот опять ручки взяла. Это тоже какие-то семена посадить можно. Какая-то травка. Видите? Нет, это не травка, это даже салаты какие-то. Вот. А это что это? Это тоже 69 номер. Это тоже можно для белочек высыпать. А немножко печенья в одну печенюшку, немножко конфеток. И вот три этих самых свечки опять взяла. Свечки я всегда использую. Вот палю такие ароматические. Воск такой палю, поэтому всегда надо. До сих пор еще не сходила. Как-то лень мне все не проверила вот эту лотерейку. Видите, надо проверить, сходить в лотерейку. А вдруг там что-то? А вдруг там что-то? Да, может быть. Ну, так быстренько пробежалась, потому что мне надо было в аптеку, но я потом забыла, и в аптеку я даже и не зашла. Так что потом зашла в Нью-Йоркин, купила две кофточки. И сейчас вам покажу. Вот. Две кофточки по 1 евро. Видите, как всегда, по 1 евро. 2 евро дала, по 1 евро кофточки. Вот такие кофточки, одну себе, одну своей невестке. Аня, видите, такой красивый рукав. Такой красивый рукав, там такие, как жемчужинки пришиты. Она такая свободненькая. Я думаю, что тут стопроцентный акрил. А тут такие вот разрезики еще внизу. Вот. Но она довольно-таки приятненькая к телу, я думаю, будет. Так, что тут у нас в ней? А здесь, значит, вот и полиэстера 95,5% эластана. Вот такая кофточка за евро. А думаю, хорошо так летом. Здесь же в Финляндии лето такое, что как раз вот в этой кофточке. Это только в прошлом году лето у нас было хорошее, здесь теплое. А так обычно мы ходим с длинным рукавом. Вот. Ну, а невестке моей в офис хорошо тоже будет одеться. Вот, больше ничего не купила. Сейчас покажу вам. У нас погода просто чудесная. Плюс 6, солнышко. Снег вон там чуть-чуть на спортивном поле. А так все уже подтаяло, уже и камушки собрали практически везде. В центре-то уже давно собрали, уже и помыли все. А у нас еще не мыли дорогу, просто камушки пособирали. Вот так вот. Хорошая погода. После обеда пойду еще погуляю. Сейчас схожу к Нине, отнесу ей салфеточек, упаковку, пару ручек у меня есть, я уже брала. И две упаковки яиц отнесу ей. Они яйца едят с мужем каждый день. А мне 2 яйца в неделю – это просто предостаточно. Я не люблю яйца. В общем, такие дела. На этом все. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока-пока. До новых включений. То есть до завтра. Пока.